Доброго времени суток. Сегодняшний мой обзор о монете San Marino 2 евро. 90-летие смерти Джакомо Пуччини, итальянского композитора. Эта монетка тиражом 100 тысяч экземпляров. Выпущена была 29 сентября 2014 года. Вот в таком вот оформлении. Джакомо Пуччини. Как-то мне тут эта монетка в блистере перевернулась. Все монетки San Marino выпускаются вот в таком вот оформлении. Пластиковые вот такие вот открыточки и вот такие вот картонные коробки, намагниченные. Джакомо Пуччини. Монетка 2 евро San Marino. Так вот удобнее будет посмотреть. На этом пока все. Лайки, подписка на канал, дизлайки, вопросы, пожелания. Все приветствуется. Спасибо всем за внимание.